Я питаюсь правильно, но вес не уходит. Что я делаю не так? Здравствуйте, меня зовут Бая, мне 57 лет, я консультант по вопросам питания. В сегодняшнем видео я расскажу вам, почему при якобы правильном питании не уходит вес и что с этим делать. Поскольку я работаю в направлении натуропатии, правильное и здоровое питание я рассматриваю только с точки зрения того, насколько сильно или не очень сильно оно загрязняет ваш организм. Ибо лишний вес с точки зрения натуропатии есть не что иное, как следствие загрязнения организма шлаками и токсинами. А жир, подкожный жир, это как раз и есть один из основных шлаков. Каждый, кто обращается ко мне за консультацией, заполняет анкету, и в ней он подробно описывает свое питание. Некоторые честно признаются, что знают свои косяки в питании и просят их проконтролировать, чтобы они и дальше не косячили. Другие просто не знают принципов и законов здорового естественного питания и приходят ко мне, так сказать, за ликбезом. Но есть большая часть людей, которые искренне недоумевают. Да что ж такое? Вроде бы питаюсь правильно, вредности не ем, все сбалансировано, а вес не уходит. Даже физические нагрузки подключаю, но результата нет все равно. Что я делаю не так? Оказывается, очень часто человек почти все делает правильно, почти, за исключением некоторых, казалось бы, мелочей. И вот эти самые мелочи и становятся камнями преткновения в таком важном деле, как снижение веса. Например, не в тот прием пищи поставил фрукты. Или не с тем продуктом сочетает животный белок. Или не туда положил сухофрукты. Или имеет необоснованный страх перед хорошими полезными жирами. Или недооценивает роль клетчатки. Или слишком доверяет общепиту. И так далее, и тому подобное. И в сумме накапливается критическое количество ошибок, которые приводят не только к тому, что вес не снижается, но часто он еще и очень активно растет. Именно этот вопрос, что я делаю не так, и лег в основу моей новой услуги «Полный разбор вашего рациона с рекомендациями по питанию». Что входит в эту услугу? Во-первых, сначала это ваши ответы на вопросы моей анкеты о вашем питании и о состоянии вашего тела. Далее, я разбираю по косточкам ваш рацион и перечисляю те ошибки, которые не дают весу снижаться. И, конечно же, даю ответы, как исправить эти ошибки. Далее, я даю вам также перечень рекомендаций по вашему индивидуальному питанию в общем и целом, чтобы в перспективе у вас шло уверенное снижение веса. Для примера, я составляю вам подробное меню на неделю. И в заключение я упаковываю все свои рекомендации в файл и отправляю вам на электронную почту. Сколько стоит эта услуга? Смешно сказать. Всего лишь 500 рублей. И это цена до конца сентября. По сути, это мини-консультация по питанию. Если вы, так же, как и многие мои клиенты, озадачены вопросом, что не так в вашем питании, не упустите возможность воспользоваться моей новой услугой за весьма символичную цену до конца сентября и начать снижать вес уже в первую неделю следования моим рекомендациям. Переходите по ссылке внизу под видео на страницу презентации моей новой услуги. И до новых встреч, мои дорогие друзья! Если вы считаете, что тематика моего канала совпадает с вашими интересами, не забудьте подписаться на канал, поставьте лайк на это видео и, конечно же, нажмите колокольчик, чтобы вовремя получать оповещения о каждом новом вышедшем видео на моем канале. И напоминаю, каждый понедельник и четверг я выпускаю новый ролик на моем канале «Питание, здоровье, жизнь».